что за прекрасная погода, второй день. Боже, как свежо, как классно. Люди прячут вещи с балконов. Ой, кстати, тоже надо спрятать, точно. Хорошая идея. Хорошо, что я не вывесила ничего, кроме одной кофточки Angel. Люди рады, посмотрите. Как классно, свежо. Я сегодня с девочками думала позаниматься фаер-шоу на крыше. Но не получится. Коровы бедные стоят под этим. Ну, им, наверное, не холодно. Они привыкли к этому климату. К нам пришла Люда на репетицию фаер-шоу. Фаеровыми руками. Да-да. Энджел сейчас тут играл. А поела только. Ее надо обратно на спину. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прям, да, верти так. Да. Что ты так смотришь? Что? Что там? Она спать хотела, сейчас уже еду перехотела. О, всем привет. Давай, да. Да, получше, только смотри. У тебя маленький идет оборот. Ты делаешь правильно, в принципе, только у тебя вот так оно. Видишь, оно как бы рядом. А там надо вот встать подальше, и прям правое хорошо, левое хорошо. И кисти при этом рядом. Видишь, они недалеко. Не расходятся вот так руки. У меня кисти рядом. Она как бы одна за одной идет, и когда ты стоишь диагональ, вот сюда, да, оно получается, кажется, что там ты сделала круг, и здесь сделала круг, там сделала круг, и здесь сделала круг. Вот. И вот когда ты ближе, тогда она будет проходить ближе к телу. Но, смотри, если ты когда-то на самом ты затронула до сюда, ты не подпадешься. А в нем вот так себе все проводят, они не забираются. Зависит от костюма, конечно. Синтетику не одеваешь, но это абсолютно. Вот. Давай можем... Как подпадывать? Ты сказала... Давай с самого начала еще расскажу. Керосин, дизель или торфлик. Тебе могу дать все, что угодно. Торфлик очень воняет. Торфин очень дымится, очень сильно. То есть если в клубе я работала в торфлубе, мне сказали, очень дымится, два парфюма захватит домой. Слишком много дыма. Вот. Керосин это самое идеальное, конечно. Он не воняет вообще идеально, но он везде в продажу можно найти. Для перформанса 3 минуты, да, 3-4 минуты. Опускаем, вот буквально вот наливаешь стакан себе керосин, опускаешь. Раз, два, три, четыре, пять. Оно бульбушками там возьмется, весь факел опустила. Хватит. По 5 секунд. Каждый. По 5 секунд опустила. Все. Потом дала высохнуть. Стряхнула, чтобы оно капли не было. А что на наступник перформанс? Чаще стараюсь использовать один пропс на одном шоу. Не использую два раза. Должно быть несколько пропсов. Если тебе надо, чтобы он долго горел, там, я не знаю, минут 10, ну да, тогда долго держишь керосин. А так вот буквально 5 секунд, 5-7 секунд. Подержала, все, оно высохло. Если, положила, все, не трогайся. Если тебе даже проснулась через полчаса, они не высохнут. То есть все равно вот поджигать будет огонь. Раньше я думала, что тоже, что вот я опустила, значит, тут срочно сейчас надо поджигать. Нет. Оно все равно впиталось, там все равно керосин есть, оно будет гореть. Поэтому положила, когда пожарили на перформанс, тогда пошла. Хочу, чтобы красиво поджечь, можешь вот так как-то сделать, да, и потом отсюда уже начинать. 5, 6, 7, 8, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Потом делаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь.
Какая? Назад, назад, хорошо, да. И отсюда, и отсюда. Сейчас, подожди. И отсюда идешь, ведешь ее вперед сразу. Потом она идет назад, и отсюда идешь ее. Да. Раз, и отсюда. Она у тебя должна, смотри, параллельно. Вот ты закончила, да? Вот сделай назад, как ты сделала. Еще так, вперед. Назад. И отсюда, смотри, вот она вот так у тебя должна идти, параллельно. Параллельно, да. Это сложно. Потом идет назад. Потом она опять у тебя идет параллельно. Я так удивлю, что тут идти. А тебе надо расслабить. Но она... Ой, не мой, да. Ты что, извини? Так здесь. Then together. One, two, three, four. Ну, по инерции, я хочу тебе сказать. Да, по инерции, вот она, вот эта вот одна, или вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. И вот это тоже вперед-назад, вперед-назад. Не смотай. You can practice every day. Why you still didn't want it? Then also sometimes... Before I do like that, I do like this, and like this. This is another thing. We don't have... time for practice, like I go for walk, she comes, when I sitting in home, she go for walk, that's why we don't have time for practice. Yeah. Today is like Sunday, today also I have work. Yeah, today is Sunday. Yes, but yesterday like I had work with Josh in September. Oh, you work in Josh? Yeah. Before I also work in Josh. Angels, why you eat nose? Ah, biscuits, biscuits. Biscuits, no, Angel, I make for you vegetables. Vegetables, give me pillow. Ой, она ж ничего не ест. Ну, такое, овощи мы сейчас готовим ей. А фрукты? Да, фрукты, ну, яблоко, оно тоже, оно ж все в такое, в виде пюре. Ты знаешь, откуда этот медведь? С Польши. Я его везла оттуда. Когда мы уезжали оттуда, ехали в аэропорт, и там всем детям, ну, короче, кто хотел, мог взять эти игрушки. Приносили просто волонтеры новые игрушки. Он был новый, красивый. И сейчас, конечно, уже 1000 раз постиранный. Ой, бисквит, интересно.
Вот, и я привезла, я сразу сказала, это для моей малышки. Я беременна, типа, мне тоже можно взять. И вот такой, я его вообще, наверное, эту игрушку никогда не выброшу, он мне так ассоциируется. Ты, Настя, помнишь Настю? Маленькую, хостес. К нам пришла Настя. Сейчас будем заниматься. Занятие второе. Энджел лягла на бисквиты. Что это так? Это подушка у тебя такая, Энджел? Вот это Люда сегодня занималась. А музыка? Чего она не слышно? Сейчас выставишь 100% менеджера. Ты такого-то числа свободна для фая? Да, надо еще позаниматься, чтобы не... Тут надо переставить вниз, да-да. И выше прям. Что такое? Что? Лови скорей. Уже вечер, сейчас пойду куплю малой памперсы, и завтра у меня важный день, мастер-класс по джаз-фанку. Я буду проводить очень классная хореография, не моя, Фредди Костмана, хореографа. Это мой самый любимый хореограф, наверное. Да, наверное, самый любимый, номер один. Он находится в Сингапуре, я уже учила раньше его хореографию по видео, он мне даже лайкал, комментировал в Инстаграме, там огонь ставил, смайлики, писал продолжать в том же духе. Привет, собачуля! Вот, и я выучила еще одну новую его хореографию под песню Рианы, Rude Boy. И вот завтра мы это с девочками станцуем, я их тоже научу. Я, честно, боюсь, это идти у нас по улице, как вспомню, что Рохит рассказывал, что ехал пьяный мужик и избивал всех, то мне уже страшно, честно. Вот именно на этой улице, где я сейчас прохожу, была эта машина. В аптеке возле нашего дома нету, как обычно, ничего, то, что мне надо. Ни еды для Энджел, ни памперсов. И я сейчас иду в аптеку, которая немножко дальше от нашего дома. Что-то кто-то свистит, я надеюсь, это не мне. У нас холодно очень. Я вот сейчас иду в платье, и после дождя так свежо-свежо. Но я рада, я очень рада этой погоде. Вы мне, кстати, там писали по поводу Европы, типа, как я вообще могу туда поехать, да я вообще чуть ли там никчемная, язык я не знаю. Работы какой-то там постоянной нет. Ну, это ваше мнение, дорогие мои подписчики. Я считаю, что английский я знаю на разговорном уровне, хотя бы могу, понимаю, что люди говорят, и могу тоже что-то сказать. А по поводу работы, так у меня большой танцевальный опыт, и также сейчас конкретно увлеклась фаер-шоу. И я думаю, что если я захочу в будущем, то в этом я смогу очень хорошо развиваться. Как многие еще в школе, когда я была, говорили, что танцор – это не профессия, хореограф вообще мало зарабатывает. Ну, я бы так не сказала.
Я могу привести очень много примеров известных танцоров, хореографов, которые покупают себе и виллы в Майами, строят особняки. Это тоже хорошая работа, если ее делать качественно, да, если ты успешный, хороший хореограф, я имею в виду танцор, то ты будешь успешным. Я не говорю, что я всю жизнь буду только танцевать, учить кого-то, нет. У меня есть еще планы, мысли о будущей карьере, но я пока их не хочу разглашать. Вот когда уже приближусь к этой цели, блин, я вся грязная сзади, это ужас. Вот, друзья, когда приближусь к этой цели, тогда, когда посчитаю нужным вам это рассказать, тогда расскажу. Блин, вся грязная, ужас. Я очень долго просила видео Томасика своего. Мне скинули, еще немножко группа как-то написали, что чего меня достаете. Я говорю, ну как бы мы договорились, что вы мне пришлете видео. Ну, мне прислали и попросили никуда не выставлять. Достают большую пачку памперсов. Вот таким образом. Такая аптека, тут продается все. Пемза. Ой, что-то упало. Это игрушечки, всякие жевалки. Угу. Тут такое есть, такое. Ножнички. Шоколадки в аптеке. Купила памперсы 34 штуки. Большая пачка 400 рупий. Вот, надолго их хватит. И пакет мне дали как раз огромный, для мусора подойдет. Такое спокойствие испытываешь, когда есть памперсы дома. Когда полная пачка Angel Nana еды ее. Когда есть овощи, которые я ей там готовлю, картошечка, иногда рис готовлю, брокколи, морковка. Сразу такой, фух, дома все есть, можно спокойно спать. А когда уже два памперса остается, уже все, уже вот такое вот, так срочно докупить, потому что мне нравятся только три фирмы памперсов. Это Baby Hug, вот которую я сейчас купила. Мами Пока и Хаггис тоже хорошие. А остальные мне не нравятся. Хаггис вообще нигде нет. Понимаю, это очень интересная информация. Но мало ли кто-то будет рожать скоро там в Индии. И ну, как бы мой совет, фирма Памперс лучше не брать, я уже это говорила в своих видео. Все очень быстро выходит наружу. И надо часто менять. А эти памперсы, они хорошо впитывают. И, ну, как бы долго служат. Конечно, каждые 2-3 часа нужно менять, но все равно, по крайней мере, одежду я стираю реже, потому что ничего не проходит через них. Мне вот кажется, в Индии у меня уже настолько забился нос грязью вот этой, что сейчас я даже не могу ощутить этот свежий воздух после дождя. Я пытаюсь вдохнуть, чувствую вроде, что свежий воздух, но не полностью. У меня еще проблемы с перегородкой. Кто не знал, друзья, в общем, я буду делать в будущем себе ринопластику, а также менять форму носа. Это моя мечта с самого-самого детства, и я постепенно иду к ней. Вот, и сейчас я думаю, что, ну, там еще больше все забилось, что я вообще не могу нормально вдохнуть этот воздух. Ой, собачки. Они что-то, наверное, будут делать. Не знаю, что они будут делать. Они там писали в комментариях, что типа я обеспечиваю Рохита. Вот это очень была интересная информация. Естественно, белым лицам в Индии платят больше, чем, извините, индусу, которых тут дофига.
Ну, если вы помните, я вам говорила, что в эти дни у меня работы практически нет, а Роберт работает на постоянке в офисе. И если б не он, реально, я не знаю, что бы мы кушали вот в эти дни. Конечно, у него зарплата не огромная далеко. Но если у меня нет работы, то он может помогать нам покупать еду, естественно, и это очень спасает. Ели джие. Будем их будем. Деко. Пура дёрти. Энджел. А путю путю Энджел. Ки-ки-ки-ки. I buy for you big pocket compass. 34 piece. Angel. А ну, скорее ползи к игрушке. Достала, достала, молодец.